Один, два, три, чотири. Добродія грамоті вчили. Один, два, три, чотири. Добродія. Добрий вечір, дядулечка. Ви до спартакіяди рятуєтеся. Привітання, Яночка. Добрий вечір, діточки, мої любі квіточки. Я звичайну зарядку роблю. А я думала, ви на нейкое спаборництво відправляєтеся. У вас чудово отримлюється практикування робить. Раз, два, три, чотири. Добре, Яна, ти ж моя сябрука. Тобі скажу. Говорите, дядулечка, я нікому. Умієш язик тримати за зубами? О, я ще як. Ось моє вушки. Я і правда тренувався. Ух ти, дядулечка, дивись, чемпіоном станеться. До чемпіона я ще мені тренуватися і тренуватися. Мої сябри, дядульки-казочники, запросили поудельничать у турніри, і я не можу ляснутися у гразь. У якую гразь? Не хвалюся, Яночка, это только так говорится. Просто мне вельми стараться, треба рыхтоваться, каб добра выступить. Ага. Вот пойду тренироваться. Не-не-не-не-не, вы тут тренируйтесь, а я покуль до сябровок сбегаю. Столько цікавого рассказать хочу. Один, два. Ой, голова дзіравая. Самое головное, забыўся вырашыць. Яночка, пачака, вертайся. Ой, побегла не догнаць. А мне ж трэба параіцца. Усім привітанне. Добрый вечер, дядулечка, добрадзень. Добрый вечер, кветочка моя. У мяне да цябе важная справа. Ой, дядулечка, вы нават не уявляеце, як я люблю важныя справы. І нават не ведаю, з чаго пачынаць. Самага галоўнага. Ага, мне трэба на трэніроўку адправіцца і замест сябе намесніка пакінуць його. Ух ты, як здорова. А хто будзе намеснікам? Ты справишься? Ага. Я нават не ведаю. Ой, калі сумняваюся, падумай. А я пачакаю, пакуль Яночка прыйдзе. Ці адмяню трэніроўку. А сябрам скажу, каб мяне не чакалі. Дядулечка, вы не хвалюйцеся. Я справлюся. Упэўнены? Пакуль што не. Але стаць дядулечкам добрадзеем на некаторы час, гэта вельмі ганарова. Я буду стара. Ой, дякую, буслічак, у тебе атрымаецца. Головное, не забудься деткам усім мультфільм показаць. Ой, няма нічого прасцей. Ідзіце, ідзіце. Кверачак. Добрый вечер, деточки мои любые. Не так. Добрый вечер, деточки мои любые кветочки. Так. Добрый вечер, дядьки, мои любые кветочки. Ой, Буслик, это ты? А я думала, что дядуля добродей свой голос изменил. А ты ведаешь, что наш дядуля будет принимать удел у спаборницы? Только это покуль. Чш, секрет, никому. Разумел? Да я ведаю. Я меня своим наместником призначу. Тебе? Самого маленького? Ой. А дядуля свой куфар покинул. А я его оховываю, покуль добродей тренируется. А ты покуль оховывай, а я погляджу. Может, там подарунки для меня есть и каски какие-нибудь. Ух ты! Навод в очи от усяго разлетаются. Ты куды? Бузик, ну ты чего? Без дозвола дядулю куфар лезти нельга. Ну, Буслик, ты сам сказал, что наместник дядули, а ты мне дозволил. Не дозволил. Отшатись от куфара. Ой, зараз сукенку порвешь. Буслечек, а дядуля заусёды почастунки нам приносит. Где яны? Почастунки? Неси, неси, коли хочешь быть сапраўдным наместником добродея. Ага, я худенько, чакай! Бяжи!
Папочка! Ой, я закрылся внутри! Тримайся, Яночка, я допомогу покличу! Эй-эй-эй, кто-нибудь! Ратуйте Яночку! Ой-ой-ой-ой-ой! Что ж тут такое? Яночка, добродей! Я не справлюсь с вашим заданием! Янка улезла в куфр и там засталась! Ой, вот так справа! Куфр чаровный! Ты отдаси нам Яну! Это все Бусик виноватый. Вырашил вас дядулечка заменить и за мной не доглядеть. Что? Я тебе откупра чакву. Ты сама. А все равно. Тише, тише. И давайте домовимся. Без меня до куфра навод дохранаться нельга. Речь шаровная, невядома, что может отрыматься. Я навод далее отойдусь. Вот, а Бусичек молодчина, не разгубился. Мне на допомогу покликал. Сябровку у беде не покинул. Дядуля добродей, а куфр нам будем мультики показывать? Велиночку, велиночку, зараз поговору. Куфр, покажешь? Покажа. Куфар чаровный, коли ласка, перанеси нас у казку. Ну вось. Ну, давайте, допомагайте мне. Зараз, деточки, любые кветочки. Мыть отварики, чистите зубки и кладитесь спать. Вочки закрываются, сны казки начинаются. Баю-бай, баю-бай.